Дипломная работа – это, пожалуй, один из самых волнительных и ответственных моментов за время обучения в университете. Это серьезный научный проект, призванный подтвердить квалификацию студента как молодого специалиста. И этот проект нужно не только разработать, но и грамотно защитить. К слову, сегодня защита диплома в РУДН была яркой. Свои работы представляли выпускники отделения «Дизайн». Сейчас две творческие специальности очень яркие, очень нужные городу. Это специальность дизайн по отраслям и декоративно-прикладное искусство и народные промыслы. Обе специальности действительно нужны нашему городу, потому что классик когда-то сказал: «Красота спасет мир». Мы с нашим педагогическим коллективом уверены абсолютно, что это правильно. Одни студенты презентовали броские дизайнерские вазы, вот такие в стиле авангард. Другие – оригинальный авторский светильник из экологически чистых материалов, дерева и бумаги, что сегодня весьма актуально. Было принято конструкционное дизайнерское решение добавить в этот светильник еще и роль ширмы. Светильник раскрывается благодаря рояльным петлям для шкафчиков. Работу студентов по достоинству оценила аттестационная комиссия, в том числе известный художник Игорь Венский. Если честно, я приятно удивлен. Потенциал есть, идеи хорошие, вот, и воплощение. Вот этот светильник вот, за малыми какими-то недостатками, но он очень... Перспективная история, можно развивать ее в разных направлениях. Надо отметить, что в Сочинском институте РУДН созданы все условия для раскрытия творческого потенциала студентов, в том числе обучающихся на отделении дизайн. Студенты вуза традиционно принимают участие в различных выставках и фестивалях, а также становятся победителями и призерами всевозможных конкурсов. Так, студенты Сочинского института отстаивали честь своей «Альма-Матер» на отборочных соревнованиях в расширенный состав национальной сборной World Skills Russia по флористике. Сочи стал одним из четырех городов России, где прошли подобные состязания, и площадкой был выбран именно Университет дружбы народов.